Это футбол, брат, это не просто игра. Это футбол, брат, и мы идем до конца. Это футбол, брат, это игра за основу. У тебя есть один шанс, у тебя нет запасного. На этой неделе столько футбольных событий, что мы специально выходим для вас во вторник, 26 ноября, чтобы обсудить матчи Фонбет Кубка России. А потому что у нашего друга Владика, Владислав Николаевич, сегодня день рождения. Поздравляем с днем рождения, Владислав! Браво! А у меня есть для вас подарок, и для вашей команды тоже, но чуть позже, потому что сегодня мы еще и Лигу чемпионов будем обсуждать, и у тебя в команде пополнение, Вадим Евсеев. Вадим, как дела? Великолепно. Да, мы видели в новостях. Ну ты хотя бы видел. Ну явно. Что там произошло? Ну, вооруженное нападение. Их было пятеро. Он раскидал четверых, а пятый успел перед смертью. Перед смертью. Давай по порядку. Матч закончился. Да? Вы пошли покушать. Нарезались. Ты и Шмарко. Нет. Кто? Я не на юмористические передачи. Это серьезная передача. А, серьезная аналитическая. Не, ну просто Коля еще не в себе, а так нормально. Всегда так вроде. А он думал, он на аналитическую пришел. Не, ну серьезно, они подошли, попросили закурить? Ничего они не просили, они шли с ножом и... Целенаправленно? Целенаправленно. А, хорошо, я вернулся и все. А они сзади шли? Такая реклама города Астрахань. Знаешь, кто это сказал, ваш этот пресс-атташе, что он даже привязан был нож к бинтом? Чего себе. Было такое? Ну, скажи, интересно, на меня такое? С ножом нападают и с газовым баллончиком. Так. Ну. Страшная вещь. Своего друга я защитил, это раз. Ну, а потом уже боролся за свою жизнь против двух. Они обдолбанные были? Я не спрашивал у них, кто они. Итак, а потом уже Марков подбежал, начальник команды подбежал. Их схватили, поэтому... Поэтому о футболе. Их схватили и их сдали. Все, на эту тему надо. Жив, здоров и слава богу. Друзья, 2 миллиона бонусов от нашего партнера получит команда, которая окажется наиболее точной в своих прогнозах. Будет это команда Тимура или Владислава, узнаем совсем скоро. Поэтому вступайте в команды. Победитель разделит выигрыш среди своих подписчиков, а также подписывайтесь на нас в Telegram, YouTube и ВК. Для начала давайте подведем итоги ваших прогнозов. Влад, уже второй выпуск подряд ты не прислушиваешься к участникам твоей команды и теряешь деньги. У нас есть ВАР с прошлого выпуска. Смотрим. Я выставил на Барселону 1-2. Подожди, 1-2. Они еще ни разу хорошо. В сезоне но в ничью не сыграли. Уже капитан, да, сказал. Капитан уже. Капитан, когда-то они в ничью должны сыграть. 2-1. Сельта и гол Диаго Аспаса. Где моя камера? Ну, в смысле, не это, а... Мы уже всех палату. Запишите, ничья. Первая ничья Барселоны. Блять, ну как? Машина. А Игорь еще угадал, просто это не выписали, Игорь еще угадал Ростов, чтобы выиграть 2-1. А еще я сбил с толку, когда тебе доказывал про гол Милана. Помнишь, в первом тайме ты отказался, а Влад украл у нас прогноз. И они прям так результативно весь матч сыграли. Вообще, просто. Это правильно. В какой передаче, Влад, ты сказал, что если все равно одно и то же говорить, рано или поздно это сбудется? С Серафимовичем мы сидели. Если бы каждый раз говорили, что Милан... В матче с участием Ювентуса это говноматч, мы бы рано или поздно попали бы в эти 0-0. И мы сказали один раз, когда они 4-4 сыграли. Да, они сыграли. Тимур угадал больше 4,5 желтых карточек в матче «Спартак-Локомотив». Гол защитника в игре ЦСКА и Ростова забил Келвин. И гол в первые 15 минут в матче «Манчестер-Сити-Тоттенхэм». Влад угадал, что в матче «Манчестер-Сити-Тоттенхэм» будет забито больше полутора голов в каждом тайме. И исход в матчах «Арсенал-Ноттингем-Форест» и «Милан-Ювентус». Банки команд. Команда Тимура. 385 ровно. Мы чуть-чуть подкрались. Да, мне нравится слово «подкрались». И 328-370 у Владислава. Владислав, ну раз сегодня твой день рождения, и ты все никак не можешь добиться того. Можно вот так? Давай, да. Я вот ты мне наденешь. Конечно, пожалуйста. Ну все. А вот так меч на одно плечо и на другое. Это чуть позже. Король английский. Это чуть...
кое-где меня знают как английского короля. Знаешь, а в Улан-Баторе разве монархия? А где моя... Пока я тут, там анархия. А вот как вернусь, будет монархия. А где моя камера? Да. Ну не это. Личная. Это моя. Николай Николаевич, вот твоя камера. Влад. А как вы провели? У вас тоже 3 дня назад был день рождения. Вы как провели эти 3 дня? Плодотворно. Как? Ну, в основном присутствовал на матчах РПЛ и аналитические программы на Матч ТВ. А мне из магазина Simple Wine звонили, вас искали. Нашли вас? Да, у меня там была автограф-сессия. Я так понимаю, у меня сегодня одна команда. Один после газового баллончика, а другой на 3-й день после дня рождения. Глухонемый. А у тебя сегодня вот и как? Ну я-то еще. Там-то корона. Да. Начинаем с фонбет Кубка России. Ростов-Спартак 2. Триумфатора буквально предыдущего тура РПЛ. Саш Дорский, что скажешь по этому матчу? Ну, первый матч Ростов выиграл, да, и поэтому в лучшем положении. Но надо помнить, что никто не вылетает здесь, потому что путь регионов существует, и поэтому, возможно, будет ротация от обеих команд. Собственно, то, что мы видели в первой игре, когда играл там Жбанов, играл Байрамян, играл Сутармин, и, собственно, поэтому и состав Ростова у меня такой, и состав Спартака у меня тоже там есть... По последнему матчу, да? Не, наоборот, верните, пожалуйста, на Ростов. То есть у меня здесь Чернов, есть Сутармин. Осипенко еще не уехал. Осипенко ждет. Ждет. Рабочую визу. Давайте я вот сразу закрою вопрос. Я это проанализировал. Ваши смешки, ваше преклонение перед иностранцами, это я все понимаю, да? Но я говорил об одной вещи. О сегодняшнем Ювентусе, который господину нашему ведущему не безразличен. Не безразличен. И следит за его судьбой. Вот в этом Ювентусе есть Гати и есть Калюлю. Калюлю, машина, как ты, приблизительно здоровый, там понятно, там этого не вытеснить. Что такое Гати? Вот подожди, что такое Гати, мне никто не объяснит. Николай. И Моты требования, чтобы центральный защитник, как у него в Болонии был этот Калафьори, который не боялся вытаскивать мячи, выдергивать на себя игроков, заходить прямо до штрафной. И почему на меня смотришь? Николай Николаевич, а вы матч ЦСКА Ростов до 4-й минуты смотрели? А? До 4-й минуты матч ЦСКА Ростов смотрели. Почему до 4-й? Ну, Осипенко там ушел вперед, что произошло. Нет, там Сака задержался. Сака? Сако задержался. Садко. Что, ты это не видел, Саш? Ну, как раз он и остался, вне игры не было. Да, отыграли Осипенко. Отыграли Осипенко, но если сделать 2 шага и попадает вне игры. Хорошо. Осипенко в Ювентус. Нет, на самом деле... Ты сказал, как вот это какая-то в работу принял. Ну да. Не, Николай Николаевич, вы родили мем. Это все обсуждают. У Глебова спросили, соответствует ли Осипенко уровню. Ты-то в отличие от многих, ты смотришь футбол и анализируешь его, правильно? Но не вживую. И ты сейчас для сегодняшнего Ювентуса и для Моты, для требования Моты, Осипенко не мог бы играть там? Мне кажется, есть вопросы по обороне, честно говоря. У Осипенко? Да. А у Гати нет? В этом сезоне. У Гати, судя по всему, нет, если они до 0 столько матчей играют. Ну ладно. Давайте 13 матчей не проигрывают. Из 7 человек здесь есть один единственный человек, номинальный защитник. Это Вадим Евсеев. Вот мне кажется, его мнение... Вадим, подскажите, Осипенко может при нашей жизни быть в Ювентусе? Ну, в игре в обороне у него есть проблемы, а вот именно понимание игры в атаке и первая передача, и длинная передача, и включение, и много игр как раз. Его включение в штрафную соперника приносило, ну, можно так сказать, легкий переполох, потому что никто не ожидает, а это он, оказывается, может. Ну вот Вадим Валентинович тоже вносил переполох в оборону соперника, правда, это больше было со стандартов. Сейчас почитали, что с передач Лоськова вы забили 10 голов, и больше с передач Лоськова забивал только Дмитрий Сычев. Ух ты. Он всего 10. Нет ни одного защитника центральных уж точно, кто прям так безгрешен в обороне. Все какие-то изъяны, какие-то матчи, привозы люди есть. Ну, наверное, Гати только. Нет, надо ему отдать должное. Ему надо отдать должное. Я смотрю в твои глаза. Владислав, давай, ход вы набираете, сокращайте. Ну, дайте договорить. 6 лет назад он играл за «Факел», и «Факел» 2 года подряд вылетал. Из ПНЛ. Да. С Осипенко и Боженов был. Вот, 20. А не в Тамбове он или потом? Нет, в Тамбове? Он там был. А потом? Там он был, и Лебеденко у них был. Они 2 года вылетали. Просто они оставались или ковид, или там еще кто-то отказывался. Я думаю, всегда надо найти своего тренера, свою команду. И я именно в этот Ювентус, именно к этому тренеру, к Моте, я и... Давайте Моте позвоним. Мотя?
Мотик. Париж. Нет, вот первый раз написал ты состав, и у меня первый раз придраться не к чему. Не, ну подожди. Редкий случай. Это не факт, что такой. Ты прибавляешь. Калафьори сыграл. А Щетинин точно сыграет? А кто? А этот... слушай, так как Щетинин против ЦСКА играл, я думаю, маловероятно. Хотя это же ротация будет. Да, но поэтому... Блин, а где Ростов следующий в чемпионате играет? Домашний матч у них. А, Нижний, ну, они могут два матча подать. Они с Нижним, да? Дом, да. С Нижним будет комментировать Роман Нагучев количество зрителей на стадионе. Роман Агучев теперь в этом году будет все матчи Нижнего комментировать. Нет, знаете, подождите, вот он сказал, что про Нижний, я уж отступлю, поскольку такой резонанс был, да, сейчас. Знаете, сколько выиграл матчей в сезоне домашних Нижний Новгород? Во всех турнирах, угадайте. Ни одного. И не в сезоне, за весь календарный год, с 1 января. Один. Один у Химок. И после этого они, блядь, говорят, что у них не ходят зрители на стадион. И виноват в этом Нагучев. Все матчи Нагучев комментировал. А кто виноват? Ну не губернатор же виноват. Один матч за год. Ну не тренер же виноват. Конечно, виноват. А когда они Ильича притащили туда, тоже Нагучев участвовал в подписании его? Да. Он мог сказать, что не нужно было привозить его. Они промолчали. А что ты молчишь? Кто честно, скажите, кто кроме Нагучева видел матч с Махачкалой Нижнего? Вот, скажи, как надо определять победителя там? Жеребьевка только, Орел Орешка, все нахуй. И это интереснее. С приглашением кого? Ну, каких-нибудь полуголых женщин. Вот. Это было бы веселее. Да. Почему полу? Николай Николаевич по своему дню рождения. Что скажете по Спартаку и Ростову, которые очень хорошо сыграли? Я до сих пор не понимаю отношения все-таки Ростова к Кубку страны. В том году шаг до финала, да, с Балтикой, и вдруг Валерий Георгиевич выставляет состав. Плюс вот эта формула, что никто не вылетает, конечно, это будут там полуторные, вторые составы. Конечно, Валерию Георгиевичу важнее набрать сейчас очков вот в этих двух домашних матчах, оставшихся в чемпионате. А то, что Спартак, без, матч без Фанайдик, там фонбет Кубок России. Ну, туда все равно придет. Не, но придет достаточно много людей. 5 тысяч все равно придет. Особенно вот когда Фанайдик вели, был очень большой контраст, сколько ходило на чемпионат. Да, ну я думаю, что все равно народу будет. Но Николай Николаевич как будто бы общается с Валерием Георгиевичем. Ну, я не могу предсказать. Не будто бы, я не могу предсказать. Возможно, завтра выйдет основной состав. Я считаю, что просто Спартак побережет. Нет, просто после победы, в первом матче, я даже себе выписал цитата Валерия Георгиевича: приоритет точно не кубок, можно дойти до финала, но вылететь из РПЛ как Балтика. Это пример не для подражания. Все мысли о чемпионате. А мои о логопедии. Это сказал? Не для подражания. Все мысли о чемпионате у Валерия Георгиевича, а мои о логопедии. Как сейчас Ростов может вылететь? Скажи, пожалуйста, а вот ты как думаешь, Спартак после такой триумфальной победы над Локомотивом, вот этой эйфории не будет чуть-чуть у них? И вот прям реально он поставит Барка у Гальды опять на Ростов? Но они играли. Добираясь там сколько? 15 игре. Часов? Я думаю, вратаря, наверное, не Максименко поставит. Селихова, потому что они как бы... Ротируют, да. Мне кажется, что и у Гальды не поставит, Шамара поставит. Непредсказуемая команда. У них следующий матч Краснодар. Шамар играл в Кубке. Кстати, логистически переехать сразу из Ростова в Краснодар. Но, извини меня, Краснодар. У них Краснодар. Это, понимаешь, для них прям важнейший матч. И он все равно будет отлучить. А ты знаешь их логистику? Может быть, они не сразу. Я думаю, что так и будет. Я думаю, что обратно поедут. 200 километров. Я говорю, обратно не поедут. Может быть, это будет фактором к выставлению супер основного состава. Ну а кого он может выпустить? Пруцеву даст сыграть точно? Мартинса уберет? Или Умярова? Ну, Литвинова может поставить. Литвинова точно поставит. У него два же матча, да, дисквалификация? Не, в Кубке-то не раз. Не, я понимаю, но он не будет Краснодар играть. Он уже пропустил. Уже два пропустил. Но с учетом игры Эдуарда и Бабича, скорее всего, Литвинова сразу не вернет. Эдуард основной игрок уже? Рябчук у них пропускает как раз в Кубке. Ему две игры дали, одну услугу. Да нет, вот это тоже похоже, Саш. Ты реально прибавляешь, прислушиваешься. Первый раз за цикл передач Николай Николаевич похвалил Дорского. Потому что он прислушивается реально. Но ты не думаешь, что он, допустим, Зинковского может дать играть там? Да нет, там, видимо, конфликт какой-то. Я думаю, что не конфликт, я думаю, что они хотят его продать. Просто куда-нибудь деть они хотят. Ну, просто не получится там хорошая зарплата, а вот продать зимой. Или обменять. Так, а для того, чтобы его продать, наверное, же хотя бы в таких матчах ему надо давать играть. Ну, надо играть. Ну, это же его не знают, что ли, в России. Они же его продадут, не знают. Да, поэтому не берут. Только в России. А в Нижнем может его продать? В Нижнем и люди пойдут на стадион. И люди пойдут со стадиона, вот оставшиеся. А все потому, что ты бы взял Зинковского в Ленинграде сейчас? Взял. Повлиял.
Ну что, у нас есть два параметра, по которым мы делаем прогнозы. Это точный счет и события в матче «Спартак-Ростов». Влад, начнешь? Конечно, это их команда «Ростов». Они тащат Ростов весь сезон. Гол Глебова сейчас начнется. Блин, вообще не понимаю. Ну, слушайте, голы будут? Да. Будут. Я предлагаю ничейку взять. Карл предлагает сдаться. 2-2. Карл предлагает сдаться. Не, ну... Ну, обычно второй матч между командами. У тебя есть чутье какое-то? Ну... Интуитивно просто. Я на некоторых играх даже в Ростове был со «Спартаком». И они всегда были, как бы, много мячей было забито. Ну, я говорю, голов будет много. Вот, голов будет много, но... Плохо, что мы будто состав мы гадаем, правда, и не поймем. Ну, да, они так же будут. Я бы на Ростов, то есть победа, не проиграть. Нет, не проиграть. Нет, у нас такой нет. Нет? Ну, 2-2. Да? Или сколько? Ну, вы говорите, много голов. Я думаю, второй матч голов не будет, вот прям 1-1. Давай рискнем. Давай. Ростов устроит, «Спартак» тоже вроде доволен, упали в зону регионов. Ну, счастливы, да. Да, а карточки здесь же не считаются. Слушай, а если правда это Ростов, вот просто как Валерий Георгиевич поставит Милехину вот этому. Ну, как раз они дома бегут все равно. Блин, ну куда они бегут, елки-палки? У них реально на один состав-то не всегда народу хватает. Так вот, сейчас ну, выйдет Сутар, Мин. Выздоровели. Ну, в какой форме Сутар? В какой форме этот... Кучай тоже. Но если он возьмет, вообще... Он с «Локомотивом» на кубок играл. В «Локомотиве». Вообще 19-20 лет. Весь состав 19-20. Смотри, «Спартак» в один мяч и пенальти будут. «Спартак» в один мяч и пенальти? А зачем пенальти? Что такое «Спартак» в один мяч? Они с двух матчей. Можно разойтись сразу после ничьей. И по пенальти Ростов выиграет. 2-1. 2-1 «Спартак». 2-1 «Спартак». И по пенальти проходит Ростов. Почему? 1-2? Нет, есть такой, типа... Нет, есть проход по пенальти, есть проход, такая, типа, такая прогноз. Ну, только кто-то должен... Типа, они говорят, что проход выиграет Ростов. Значит, 2-1 «Спартак» выигрывает в серии пенальти? «Спартак» выигрывает в серии пенальти. «Спартак» выиграет в серии пенальти, да? Да, но это проход определится... Зафиксировали. Угу. Тимур, давай, свои коллективы руководить. Я за «Спартака» пойду. Это реально сложнее, чем чемпионат или чем Лига чемпионов. Да. Как будто мы сейчас предваряем наши очень успешные прогнозы на Лигу чемпионов. Реально от состава зависит. И то, что сказал Николаевич, это реально очень вероятно. Ну, просто как показывает... Ну, что вы там не то, что выйдет Сутармин, а что выйдет опять же там Жбанов, там еще кто-нибудь. С «Локомотивом» в Москве. Я смотрю состав. И реально я там, ну, молодежь одна, 19 лет. И все 10. На кубок, да? Да, ты не помнишь, ну, когда? Да, помню, 0-3. Помню. Да, но первый матч со «Спартаком» они играли всеми основными. Не всеми. Ну, 2-3. Полусмешанный. Вы же не забывайте, что есть как бы несколько факторов. Я не знаю, сработает они или нет, но когда ты играешь такой матч, как против «Локомотива», сумасшедший, даже запасных, даже там основной состав, или даже если он будет смешанный, ты все там оставил. Дальше у тебя рутина, матч против «Локомотива». Еще надо не забывать, что у них еще игра с «Краснодаром». Это да. Это позиция на этом этапе игры. И плюс можно вылететь 2, и плюс вспомните, как «Спартак» играет против таких команд во вторых матчах. Вот они играли против «Урала» в прошлом году, проиграли, спокойно проиграли, пошли дальше. Давай, все, мы берем, давай. Мы решили. Мы берем победу Ростова 2-1. Победа они Ростова ничего 2-1. Не хотите, если нет. Они взяли победу «Спартак». Они побегут вперед, по идее, они что им 1-1 ничего события не дает? События в матче. События в матче? 1-1 за 7, а знаешь, какое событие? Нет, 2-1 мы взяли победу Ростова. А, 2-1 победа Ростова? Да, и, ну, давай, не 11. Знаю, возьмем, учитывая, что давай, Ростов... Давай больше полутора в первом тайме, не хочешь? Ну, я хочу пенальти. Пенальти будет? Да. Просто будет пенальти тебе за 3-40. После матча я пришел. В игре будет пенальти. В игре будет пенальти, победа Ростова со счетом 2-1. Переходим ко второму по значимости футбольному турниру, к Лиге чемпионов, после Фонбет Кубка России. Ливерпуль, Реал нас ждет. И, Вадим, у тебя такое выражение лица было, как будто ты как Бельмурман. Да. Опять этот Ливерпуль и Реал. Нет, если бы судья не дал свисток раньше времени, Вадим Евсеев победил бы Реал на Бернабеу еще. Не факт. Ну, там выходило... Ну, а Биорова, он мне это Пуйолю не забил с 11-метрового, ну, вратаря не было. Он же и выходил. Если начинаем, один на один. Матч не подается вообще какому-то прогнозу, потому что Ливерпуль сегодня с запасом лучшая команда. Состав Реала покажите, пожалуйста. Сколько травм? То, что у них нету Винисиуса. Винисиуса нету, Мбаппе. Это реально сейчас пока что. Это прямо худший игрок, то из звездных игроков Реала. Я считаю, что еще в Ливерпуле играть очень страшно.
страшно сложно. А Валверде крайний защитник. Мне кажется, что сломан. Я говорю, что у Ливерпуля не будет проблем в этом матче. И лучше был. Не, вот просто глядя на этот состав, мы в том числе в этой студии вообще очень много все говорят о том, как совместить Венисиуса и Мбаппе, и что это действительно проблема, потому что они все любят смещаться влево, и Родриго тоже на самом деле любит смещаться влево. А сейчас благодаря, ну, из-за травм, не благодаря, ни в коем случае, вообще слева играть некому. На самом деле, был бы Хаселу, Мбаппе бы играл слева, естественно, Хаселу бы играл в атаке. В атаке. Но Реал выиграл последние три матча у Ливерпуля. Реал хорошо играл с Лиганес. А вы обращали внимание, что вообще у Анчелотти, чем сложнее соперник при своих проблемах, тем сложнее это, возможно, сейчас сильнейшая команда. Ну, послушайте, здесь колоссальная разница вообще, тем более с потерями Реала, тем более с Ливерпулем. Вы видели, как Беллингем еле ноги ворочит? Я вчера смотрел с этим, с Лиганесом. Они выиграли 3-0, но они еле ползают, на самом деле. Ну, они за счет класса игроков. Это была одна из лучших игр, мне кажется. Но все равно кажется, что вот у этих максимум, они вообще... 250 матчей сыграл к 21 году Беллингем. А Бекхэм, что ли, я читал, к этому моменту сыграл 50. Ну, смотри, сейчас... У него такой график, что он просто... Ну... Ваня, скажи, а вот то, что у Ливерпуля на этой неделе еще матч с Сити, для них это ничего не будет значить? Они будут выходить на Реал всеми силами, учитывая, что они, по-моему, У них 8 очков, ВПЛ, да, отрыв. Все равно, Коль, для них игра Сити важнее, чем игра с Реалом. Но они здесь на первом месте, кстати, идут. Единственная команда, которая Слушай, но когда кураж ловишь, вот два спартакца сидят, вы легче же играть, играть, чем тренировать. Ну-ка играть, у тебя все получается. Когда выигрываешь, легче же? Конечно. Просто я смотрю на состав. Ливерпуль, это, по-моему, не состав Реала. А состав Ливерпуля, покажите, пожалуйста. Из того, учитывая, что там сколько травмировал. Я думаю, что еще что Джонс он может Сабослай туда поставить. Ну, в последние пару месяцев все-таки Джонс предпочтитель. Трент сломался, да? Трент сломал. Сабослай сумасшедший. Нет, Салах. Просто. Салах просто так. Ну, там что-то ему не предложили. Контракт не предложили. Вроде бы сейчас они ведут переговоры. А вы видели классную статистику, что у Салаха 10 желтых карточек в премьер-лиге, 5 из них за то, что он снимал футболку, когда... Вот хорошая ставочка. Нам забей. Нам забей. Забронируй. Это что-то новое. Последние три дня фраза Николая. Забронируйте мне. Заверните бумажку. Я покупаю этот самолет. Отрез сделать вам. Ну, не знаю, давайте будем на этом матче долго очень сильно задерживаться. Матч топовый. Мне кажется, что если команда согласится, 2-0 победа Ливерпуля. Слушай, а вообще давайте попробуем еще вопрос такой по Анчелотти. Не кажется, что немножко чел пересидел? Нет. Послушай, ну полоса таких травм, все равно они идут сколько там, 1 или 2 очка до Барселоны. Послушай, они эту Барсу все равно обгонят. Съедят они все равно. Они догонят и перегонят, блядь. Это надо вырезать. И в Лиге чемпионов они обычно добавляют по весне. Они здесь будут колупаться, выйдут плей-офф, и в конце они все равно увидят, все вернется. У них уже положение не очень хорошее. Ну, да? Сейчас, если, допустим, они прыгают, положение будет еще хуже. Ну, теоретически они там... Ну, интересно, что все матчи могут собраться и 9 очков. Да, но, видишь, Перес уже говорит о том, что этот формат Лиги чемпионов уже нам не нравится. Ну, понятно. Да, все будет интересно только в самом конце. И, с одной стороны, это правда, но, с другой стороны, с учетом того, даже вот, ну, как они играли, те матчи, которые они выиграли, Штутгарт, ну, была плохая игра, да, Дортмунд. Дортмунд очень плохая игра была. По-моему, была прекрасная игра. Ужасающая игра была. 2-1 была прекрасная игра. А с Миланом что за игра была? Да. И... Но вы верите сами, что Реал не выйдет из в плей-офф? Нет, мы верим. Такого не может. Там есть, скорее, еще одна команда такая статусная, которая может не выйти в плей-офф. У нас сегодня она тоже есть в эфире. Ну, давайте в доправку. 3-1 кайфовая ставка, и есть еще наша традиционная. Салах забьет. Салах, возможно, забьет, мало дают. Мало, да. Меньше, а даже двух. Не будем. Но есть другая моя любимая, Ван Дейк пробьет в створ ворот. Давайте Ван Дейк. 2.75. Я думаю, что Ван Дейк забьет в этом матче вообще. Завтра за минуту до объявления старта узнаем, да. Ван Дейк, там диарея, что-нибудь еще там. 100%. Мы хоть при своих остаемся. Ван Дейк пробьет в створ ворот, и счет 3-1, победа Ливерпуля. Я думаю, Ливерпуль, ну, нет шансов. Реал. Ну, никаких. На гол у Реал нет. Ну, это вот даже странно, что так все плохо. Какой такой странный счет, наверное? Ну, знаешь что, можно обе команды больше полутора забьют.
Но тогда этому надо 2 забить, Реал. Ну, а 4-2, сколько ему надо я забить? Я говорю, ну 3-2 может быть тогда. Ну, тоже больше полутора. Давай 3-2 или 4-2. Или 2-1. Я думаю, что Реал не забьет 2. Не забьет 2. Ну, Ливерпуль мало пропускает нас. Пространство будет Мбаппе. Есть где бежать. И 3-0. Вадим Валерьевич 2-1 говорит. Не, 1-1 говорит. Там, или Рюдин. 2-1 говорит. Ну, я думаю, а что... А кто вот, давай, так, кто... Я думаю, что 2-1, и Ливерпуль выиграет в первом тайме, уже разберется. В эти зоны может, в принципе, один разочек. П1, П1. Понесутся, да, понесутся. А 2, они понесутся дома. Беллингем все-таки есть. Согласен. Хорошая. П1, П1. Влад, даже победа Ливерпуля в первом тайме 2-25. Может, 2-70, П1, П1. Я думаю, что Ливерпуль с самого начала загонит Реал уже. Еще какой? 2-0. 2-0. Победа да, Ливерпуля. Победа Ливерпуля в первом тайме и итоговая победа. Да, 2-0. Я тоже, честно говоря, поводу... Но вот, больше возьми 2-0, мы 3-1. Вот, в начале мы говорили, что чем Реалу хуже, тем лучше. И вот ты никогда так не разговаривай. Бывает, что Реал выигрывает. Я Евсей говорил 2-1. Но я думаю, что 2-0 не забьет Реал. Итак, отправляемся из Англии. Я думаю, что в 0 часов придет сообщение Владу. Ты вообще нихуя не слышишь? Классика. Широков же писал тебе. Широков писал каждый день. Вадик, когда на первой программе тоже счет угадал, он нихуя тоже не подписал. Он 100% счет угадал. Когда он писал, вы долбоёбы. Сейчас будет интересно. Бавария, ПСЖ. Но он спросил, видишь, как и человек интеллигент, Вадим Валентинович спросил, вы долбоебы, он не утверждал. Не ты, Саш, а все, да? По поводу Моти. Бавария, ПСЖ, интересно. Вот две еще команды, это потрясающая таблица, да? Вот, да, потрясающие 17-25. Места. ПСЖ не в зоне плей-офф сейчас находится. Вот. Здесь вопрос один. Будет стоять Сафонов или не будет? И? Единственная победа и ПСЖ... И выиграет Бавария тогда. Единственная победа ПСЖ в этой Лиге Чемпионов вместе с Матвеем над Жироной. И понятно, что мы здесь болеем за Матвея, там это все шутки-полушутки, но, честно говоря, в этой Лиге Чемпионов Донарума реально играет плохо. И были вопросы и в матче с Арсеналом, и по голу Корея с Атлетико. Поэтому здесь действительно, еще с учетом того, что Матвей играл в последнем туре, возможно, ему дадут еще один шанс. Но, честно говоря, я в этом сомневаюсь. Давайте посмотрим на состав ПСЖ, потому что ротация была достаточно большая в чемпионате Франции. И думаю, что все-таки вот выйдет такой состав. Пу-пу-пу. Ну, здесь все понятно. Дембеле, вот это все это безобразие. Арша, вы жаль, нет, он бы сейчас... Ну, кстати, Дембеле – это классная история, потому что он, когда играл в Дортмунде, он все время забивал Баварии и даже выбивал их из кубка. Да. Он выбил их из кубка, и, вернее, или в суперкубке забил, и тут же уехал, никого не предупредив, в Барселону. Это был скандал, да, то есть все офигели, что вообще он куда-то делся. Слушай, серия Баварии – 14 матчей во всех турнирах на своем стадионе без поражений. Ну, и мне кажется, что здесь и последние три – 1-0, 1-0, 2-0 выиграла Бавария у ПСЖ. 3 последних матча на всухую. Бавария не пропускает последний. Да, и вот Бавария дома, вот то, что они точно очки не потеряют с этим ПСЖ, вот это, как ты любишь говорить, вот эта история даром. У ПСЖ, и у ПСЖ понятно, мы уже это обсудили, но у Баварии-то тоже так себе положение, потому что Барселоне 1-4, Бенфику обыграли еле-еле, хотя по игре Бавария, Бавария много владеет мячом, проиграл, может да. мало забить, да. как это было с Бенфикой, много владеет мячом. Да, но моментов особо не было. Ну, первый, ну да, вот. В целом, очень многих матчах Баварии есть пенальти. Кейнс. Давай возьмем классику Кейнс нашу. Кейнс сейчас забил Аугсбургу, да? Кейнс пенальти возьмем. Кейнс. Подожди сейчас, Саша, вернусь к тебе. Может, вот... Кейнс забьет с пенальти, есть такая ставка. Да, мы берем счет. Кейнс пенальти. И счет. Что-то как-то вы быстро... 2-0, давай 2-0. 3-1. 3-1? Думаешь, забьют они? Ну, один мог быть. Париж. А кто из Парижа? Внеси им ясность. Баркаля убежать может. Дембеле. Ну, один быстро. Баркаля пока 0+0 в Лиге Чемпионов. 0+0, я и говорю. А в чемпионате 10 голов. 4-1? 4-1. 4-1. 4-1 и гол Кейна с пенальти. Гол Кейна с пенальти. А чем больше счет говоришь, тем Влада долго уговаривать не надо. Ну, теперь он просто боится. Я просто думаю, что Бавария на самом деле действительно хороша. Мне тоже кажется, что Бавария разберет их. Да, но ПСЖ, вот при всем, при том, что мы сказали, и там я в том числе сказал, вот я перед выпуском смотрел статистику, все. Второе место у них по ударам в турнире, Манчестер Сити больше пробил. И второе по допущенным XG. Они находятся вне зоны плей-офф. То есть, на самом деле, им реально
много не везет с реализацией, плюс, ну, вратарский вопрос. Но, конечно, Бавария фаворит. Ну, просто ты не забывай, что предыдущие команды, типа, с которыми Бавария играла, как, например, Бенфика и с кем там они еще играли, они же Барселона остановила Загреб. Они же, вот Париж больше похож стилистически на Барсу, чем на Бенфику там или кого-то еще. Но поэтому... кто будет Рафинь? Учитывая, что тут есть немецкая команда, говори счет. 3-0. Бавария. Да. Там судит матч какой-то румынский судья, который, говорят, вообще очень плохо показывает желтые карты. Ковач? Ковач судит? Да, да. И что, он Ковач? Какой-то, да. Какой-то скандинав, как бы сказал один из. Нет, он какой-то румын судит. Румын, да, Ковач, какой румын? Ты хочешь румын? Нет, наоборот, я думал поставить здесь красную карточку, но вот, говорят, что вообще карточку не дают. Кстати, это матч, в котором нужно взять низ по аутам. И это потому кайфовое. Что все владеют хорошим мячом. Да, все владеют хорошим мячом. Меньше 33,5, 2,07. Ну давай, если ты хочешь сексуальную ставку, получи. Меньше 2,07, меньше 33,5. Тимур, со словами меньше 33,5 ты так в караоке в ночной заходишь. Можно расшифровать? Вы что вообще сказали? Аут, аут. Количество аутов. Меньше 34. И еще 3-0, больше бывает. Понял. Сколько? Я сказал, а Тимур Джибраилович будет считать каждый аут и ставить вот такую. Я, похоже, тоже. Я и буду смотреть этот. Хорошо, давай еще 3-0. Саша, хочу поспорить. Саша. Ну, пропустит Бавария. Пропустит? Пропустит Бавария. Дома? Да. Она мяч вот, не отдает дома. Господин ведущий, вот засечь, сколько они на обсуждение тратят, и сколько мы. А зачем? А разве это плохо? В два раза больше. И что? А что, это тоже нельзя? Можно. Зритель скажет, побольше пиздите, и мы будем больше пиздеть. Нет, мы можем. Нам давайте больше пиздить. Николай Николаевич, специально для вас, у нас будет в следующий раз как спортлото. Я буду выходить и зачитывать вам ваши прогнозы. Вы даже не приезжаете. Я уже не знаю даже, как докопаться до них. Ты просто хочешь... Вы сокращаетесь со стремлением скорого поезда счет. Что опять не так-то? Мы уже не знаем, как поддаваться. Саша Дурман недоволен. Дальше будет токсичная обстановка у них в коллективе. Саш, почему не 3-0? Я не поддамся на эту провокацию. Я абсолютно согласен с этим счетом Романа Нагрева. Нет такого ощущения, что если Донна-Рума выйдет и ему отгрузит Бавария, то он присядет. Да, я думаю, что он присядет и в этой игре. Его не будет в воротах? Ну, у меня есть подозрение. Поэтому нахуярят 3 или 4. Ну, а как они не забьют? Ну, как они не забьют? ПСЖ? Да и мяч не отдадут. Ну, допустим, вот у Баварии, допустим, будет играть справа, вот у меня стоит Лаймер, допустим, будет играть Герейру. Но Баркаля, скорее всего, от него убежит, правильно? Ему мяч не отдадут. Чтобы от него убежать, ему нужно отдать мяч. Ты видел, как Бавария играет? Слушай, ну, ПСЖ, по большому счету, неплохо играет. Бавария, реально. Я согласен. ПСЖ, вероятно, тоже забьет, она большая. Одно дело, когда ты прессингуешь и контрпрессингуешь Бенфику, все-таки ПСЖ. 3-1. Ну, я считаю, ну, давай, 3-1. 3-1. Все, у меня два слепых очка. Просто ты, Влад, доброе сердце, поэтому ты подсказывал. Не, я что ж подсказывал. На день рождения. Я подсказывал Милан. 3-1 и гол Сафонова. Это им от тебя. Гол Сафонова? Да. Так, не гол Сафонову, а гол Сафонову. Гол Сафонову за 1-0-1. Мать, если ты смотришь это видео. Нет, если гол Сафонова, то, наверное, будет 1-25, если его гол. А если он забьет? Да. Это будет, наверное, 500. Вон, Виталий Гудиев ходил в матче, ходил. Есть же такая ставка, типа, гол забьет вратарь, там, типа, за 100. Рома называет это сексуальная ставка. Перейдем к матчу, который, как мне кажется, будет очень голевым, очень интересным. Это Спортинг Арсенал. Не будет он голевым. Почему? Во-первых, у Спортинга новый тренер, даже если они не помнят. Знаешь, кто тренирует? Нет. Перейра. Но они на багаже. Но на багаже Оленичева. Команда выиграла 10 матчей подряд. Да. Остановить ее точно не просто. Да. Дома. Но Арсенал команда, которая не поддается на этот открытый футбол. А что если она уже переболела своей вот этой осенью? Мы сейчас разбирали... Как сейчас разбирать студию? Мы разбирали, но Нотингем не пропустит от Арсенала, им трёху нашвыряли. Да, ну, возможно, они уже переболели свои вот этой. Да. Ну, у них поправились же все. И вышел Пати, которого мы называли собакой, он гол ввалил через несколько минут. Вместо желтой карточки. Ну, а вы сделали вот так вот. Он вместо желтой, он должен был желтую получить, а он гол забил. Мог хотя бы пресс показать после гола. Калафьори, вот он играет. Вот, да, Калафьори слева. В Арсенале, да. Вадим, что по этому матчу? Спортинг? Ну, насколько я помню, Арсенал хорошо играл с португальскими командами, насколько я помню, когда. И я принимал участие как футболист, поэтому я думаю, что Арсенал выиграет.
на выезде у Спортинга. А давайте состав Спортинг 10 подряд выиграл. У Спортинга еще... Можно у меня вам... Дьокер. Господин ведущий. Господин ведущий. Нет, то, скорее всего, Гонсалвиш. Ну ладно. А Дьокер еще хочет Мадрид купить за 100 лямов, слышишь? Хотя Бавария хочет. Его Бавария хочет, его много кто хочет. Да и Спартак вместо Виллиана Жозера. Ну, Спартак хочет, да. А три года назад он играл за Санкт-Паули и еле-еле забивал. Так что, ну, бывает. Это после Коли он пришел. Николай Николаевич, это ты сейчас про кого сказал? Я играл в прошлом веке, ты еще уходил. Я вообще про вас ничего не сказал. Бампер шахил. Ну, приятно же было. Дьокереш новый Писарев. Он сейчас услышал Сан-Паули и... Нет, Дьокереш это же вообще, ну, трансфер Брайтона, который не совсем входит вот в эту канву, то, что они его продали за достаточно дешево. Хотя, понятно, а теперь что... придется за достаточно дорого его покупать. Да, ну, это покупать. Другой уже клуб, но да. Педро Гонсалвиш, один из основных игроков в эпоху Амарима, травмирован, поэтому его не будет. Будет, возможно, Эдвардс вместо него играть, это, конечно, большая потеря. А мы давай, Сань, говори рассуждаем. Ты, у тебя сегодня нет счета, ты сегодня говоришь счет. Или вы первые? Последние... Давайте. Два раза сыграли в ничью друг с другом. Ты знаешь, и те, и другие забивают много. Вот тут как нельзя, кстати, подходит 2-2. 2-2. Вот, я хотел сказать. 2-2. У них все матчи такие, ноздря в ноздрю. Две ничьи бы они последние скатали. Я бы, знаешь, играли на выезде лучше играли, что я имею в виду Португалия и команда с Англией. Наоборот, ну, да, но Арсенал, Лиссабон 10 матчей выиграл подряд. Арсеналу надо выиграть. Ну, дом 2-2, может быть, вероятно. Они дома же Ман-Сити загнали. Я бы, знаешь, что поставил? Первый гол забьет Спортинг. Мы вам не мешаем, ничего там? Потому что Спортинг все равно забивает, продолжает атаковать. У Арсенала будет пространство, они смогут сыграть. Вот 2-2 идеальная история. 2-2 счет. 2-2 счет. И первый гол в матче забьет Спортинг. А может быть, сразу же на Дьокерша? Гол Дьокереша. Послушаем. Так, довольно дорого. Человеком дорого? Из Монголии. Ну, он больше двойки, да? Ну, не, первый гол. Он заряжал гол на выходных. Господин Константин, мы прислушиваемся. И сегодня оделся ты первый раз нормально, поэтому будем прислушиваться к тебе. У вас будет третья такая колонка, где будет ваша фотография. А я думал, за два счета. Я думал, меня спрашивают двух уточнять. Первый гол Дьокереш или просто гол Дьокереш? Первый гол Дьокереш или просто гол? А это больше? Да, 2-6. Первый гол, 2-40 или 6? Это 6. Первый забил. Нам надо догонять. Ах! А ты согласен с нами? Да. Давай. А эти, подожди, эти ходят, Арауха подают там, добегают до добро. Добегают нормально. Все Арауха там. Горлонос. А, ну, Дьокереш забирает в каждом. Арауха. Это в Армении, что ли, он? Это Ереванский завод этих. Араушей. Это все органы, которые заложила после Нижнего Новгорода. Сейчас, пока вы скажете счет, у меня есть и для зрителей тоже очень прикольная сексуальная ставка про матч Спортинг Лиссабон Арсенал. У Арсенала только недавно было несколько травмированных, они сейчас потихонечку играют. И здоровье все равно в таких ситуациях шаткое. На стадионе Жозе Алвалада про плохой газон. У меня есть друзья, которые живут в Португалии, сейчас там сезон дождей. Портят это... газон. Сказать, если вам нужно поехать. Друзья, на португальские краты. Я могу подтвердить. Погода влажная. 1-7 я играл в той игре. Это другой стадион. Этот же. Это же. И через несколько месяцев ЦСКА выиграл. А мы трешку забросили. Там Тит валил трешку. 3-0. И вот эта вот известная история. С угловым. С каким углом? И надо. Там сложный газон. Он не такой простой, как там в Англии, его там стригут чуть-чуть не так. И из-за этого, мне кажется, что футболисты, что и одной, что и другой команды, могут получить травму еще в первом тайме. Замена в первом тайме в любой команде 4 стоит. И я думаю, можно рискнуть. И сломать кого-то? Нет, ну... Тимур так смотрит на Рому. Но мне кажется, что такое возможно. Я не призываю. Я первый раз слышу такую теорию, блядь. А, потому что стригут траву по-другому, можно травму получить. Медицинская бригада была? Нет, там просто там влажный газон, твои ноги там утопают. Забыл, ты же знаешь, что если ты... Типа как в Сочи, ты лучше, да? Играешь меня в футбол. Не-не-не, я... А что я говорю? Играл на стадионе Бенфика играли. Поле идеальное. Там... Качкодром. Кстати, с тех пор не перекладывали газон. Итак, а короче, подходим играл? К Бенфике. Я послушаю сегодня Александра. Они поставили... Своего поддельника по программе «Итоги». Мы ставим победу Арсенала. 1-2. Да, они поставили... Не,
Давай вообще без сухую? Гола Спортинга. Спортинг может дома валить один. У Арсенала хорошая оборона 2-0, в целом. 0-1. Если нету Гонсалвиша, смена тренера, все равно. Они высоко в таблице, то есть их поражение... Все, мы, короче, 0-2. Что так затыкаешь? Ну, я понял уже. Какими психами надо быть, чтобы поставить Спортинг не забьет? Давай нашу команду не оскорбляй. А как Спортинг не забьет? Поговорим в четверг. В прошлый раз вы на пятой минуте матча Евсей вам напишет, ну че, уебались? И мы ответим, да, гордо. Это же короче писать «да», чем «нет». Чтобы достать. А я ему обычно не отвечаю, я собираю, он когда его игнорирует, он пишет через полчаса еще раз, че молчишь, блин. Не, ну просто... Николай Николаевич пишет мне смс-ку, дает мне ровно 30 секунд и говорит, я не люблю, когда мне не отвечают. Это 30 секунд проходит, значит, надо вот так сидеть с телефоном. Я на эту камеру, да, для наших телезрителей, вы же видели, в Телеграме мы записали кружок. Ты, Дорский и я. Да. Это было Николай Николаевич 23-го день рождения, оно вышло в Телеграм-канале. Николай Николаевич, чтобы вы понимали, в общий чат ответил 25-го. Сказал мне так тепло на душе от ваших поздравлений. Два дня тепло. Отапливал. Подождите, послушай, Николай Николаевич человек сентиментальный, просто слезы мешали говорить. Нет, слезы затопили экран, и два дня айфон не работает. Мы берем 0-2. А события? События Эдегора сделать результативное действие. Да, да, хороший, хороший вариант. И с ним атака совершенно по-другому выглядит Арсенал. 2-2, да, и что? Так, вырежьте, пожалуйста. Первый гол за шестерку. Ну что, я напоминаю, что помимо ваших точных прогнозов, копилочку можно пополнить еще и квизами. В прошлом выпуске Тимур загадал для зрителя футболиста, который, цитирую, Тимур, тебя, возможно, играет где-то в Голландии, а фамилия... Я не сказал Голландии. Но, в принципе, лет в пять, наверное... Не в Германии, Голландец. А его голландец, он играет в Голландии. А я думал, что нет, я имел в виду, что он голландец. Более того, он даже воспитанник не голландского клуба, по большому. Да, а его фамилия похожа на вид спорта. Тимур имел в виду Джереми Фримпонга. И бирпонг. Не бирпонг. Не пинг-понг-шоу на Паттайе где-нибудь, а именно фримпонг. Многие дали правильный ответ, но одним из первых это сделал Григорий 5707. Напишите нам на почту для получения подарков. Это мой ник, между прочим. Нашего. Давай подарок. Маскер. Да. Че ты гонишь-то? Ты сам забыл, кто это, поэтому ты не мог выиграть. Дорогие друзья, переходим к квизу. В первом раунде Тимур и Влад. Ваша задача за минуту угадать как можно больше футбольных клубов. Блядь, это я не могу угадывать. По эмблемам. Мы выбрали не только суперклубы. По эмблемам. По кого? Эмблемам. Футболистам? Да, футбольные клубы. А футболистов по эмблемам. Эмблему Барко. Какая у него? Ну, евро или доллар, я не знаю. У Николаевича будет... Черная валюта там, я не знаю. Николаевич, а у тебя какая эмблема была? Вот был бы ты футбольным клубом? Какая? Я бы? Да. Не знаю. Эмблема, вот я бы какую выбрал? Да. Золотого дракона. Сан-Паулу же хорошая была. Да? Золотой дракон, то его... Нет, вот этот вот, как у Сан-Паули череп такой. Как это называется? Это череп называется. А ты видел? Я бы сделал наколку себе череп, а потом в старости он бы сморщился, был бы вот таким вот. Да ладно, что, у тебя это что-то такая... из Марвела. Так, да. Возвращаемся к игре. Итак, Тимур. А вот, кстати, вы смеетесь, а у меня есть родовой герб. Это, по сути, моя эмблема. Потому что у всех адыгов есть фамильный герб, у нас он выглядит вот так. Это змея? Не знаю, что это, просто красивая адыгейская закорючка. У тебя на самом деле фамилия? Это крючок для вешалки. Мне кажется, это чурос. Что такое? Верхнюю одежду. Десерт, да, только горизонтально. Да. Итак, Тимур, давай уже, не готовь меня. У тебя будет одна минута. Давай Влад первый, нет? У меня день рождения, я хочу, чтобы ты первый. Вот, отлично. Итак, приготовились, Тимур. Через 3 дня. Минута. Через 3 дня я буду ходить. Да. Минута для Давай. Тимура. Погнали. Ливерпуль. Борнмут. Фейнорд. Борнмут. А засчитают Борнмут? Кальяри. Красава. Леванте. Кто знает, смотри. Оссер. Лас-Пальмас. Красава. Подают. Что, заел? Ну и что это такое? Лас-Пальмас. Гладбах. Нет. Или Вердер. Нет, первое слово дороже второго. А у них такой же был, блядь, был бы. Давай, давай, давайте дальше. Монако. 5 секунд нам за эту. Young Boys. Нефтехимик.
Тимур, ты выбил все команды, которые... Он одно не ответил. Дортмунд был, Гладбах был бы так же. Мец неправильно было. Какой Мец? Асер был правильно. Мец, это у вас было неправильно. Там был Асер. Прямо сейчас где-то в Англии быстренько Борнемут дописывают. Борнемут. Борнемут. Нет, в ничеечку сгонять. Надо все отгадать. Одна минута на все про все. Приготовились. А сколько денежек? 3000. 3000, если молодец, все. Давай, поехали. 3, 2, 1 для Влада. Погнали. Интер. Дальше. Вулверхэмптон. Дальше проиграл. Вулверхэмптон. Это нельзя подсказывать. Ну, когда у вас не говори. Аякс. Тихо. Сан-Паули. Болонья. Это не Болонья. Болонья, блядь. Это Дженуа. Это Дженуа из Болонии. Ну все. Из Болонии. Продолжаем переписывать. Бля, мне просто... Это Левски? Это Левски. Конечно, тебе же проще было бы. Блин, Владислав выпускает в свой день рождения победы. И 3000 Тимур зарабатывает. Это твой подарок и будет Владислав Николаевич. Откажись сейчас. По номеру телефона. Признай, что тоже были какие-то манипуляции. Какие манипуляции? Ага, что изучал это. Но вы ему такие дармовые поставили. А тебе поставили что? 40 лет провел в футбол. Нефтехимик. Конкурс. Нефтехимик тебе поставили. Откуда я это вообще вспомнил, блин? Охуел, думал, это как-то Лович. Так, второй раунд. Дворский против Писарева. Почему я должен это помнить? Почему я все время с Дворским? В прошлый раз. Чего я все время с Ливерпулем играю? Дайте мне хоть раз кого, Бохум какой-нибудь. Это я, кстати. Вот и два очка в сезоне. Дайте мне Бохум. Они уже 2-0 ведут, и то не могут выиграть. Даже в ничью сыграть. Итак, здесь мы как сделали? Мы взяли двух футболистов и объединили их в одну фотографию. Ваша задача назвать двоих. Также времени у вас будет минута. Погода болит тележка. Начинает у нас Саша Дорский. Так, их команда. Мы же начинали прошлый раз. Да ладно, не расстраивайся. Начинай. Я уже расстроился. Давай. 3, 2, 1. Фотографии для Дорского. Поехали. Это Умяров и Жозе. Маркиниус? Нет. Жозе. Все, сказал, значит, уже все. Не, ну, один Умяров 100%. Угу. Второй. Одного-то мало, Саш. Дальше можно сказать. Пусть это давай просто дальше, Умяров дальше, будет. Дальше. Это Умяров. Надо двоих назвать. Давай дальше. Я думал, Ткаченко. Ну, это один из них Ткаченко. Нет. Как нет? Давай дальше. Да вы чего? Это Вадик. Верх твой. Это... Ёпта, вот это прям... Серьезно. Это я Головин один. Это... Господи, да, один Головин, а второй из Манчестер Сити. Холодно. Фил. А кто? Головин, да, ну давай, Головин, ну, это... Головин и Фоден. И неправильно. Да нет, Холланд. Да, есть одно. Это Донарума и так. Анана. Правильно. Ёпта, мать. Самый сложный угадал, ёпта. Это Дивеев. И? Это без фотошопа, наверное. Все, время истекло. Подожди, Дивеев был... где, вверх или вниз? Вверх. Игорь вверх, Дивеев, Дивеев и Ламин Ямаль. Два правильных ответа. Откуда же два-то? Два от двух не было. Что там за гуд? Один был. Один был? Конечно, ты че? Анана и Холланд. Все, Холланд он не угадал. Он угадал. Холланд сказал. Фоден. Нет, он потом Холланд сказал. Потом сначала да, Фоден. Когда ты ему скажешь, это не Фоден. Пока правильно. По факту один Саня никогда не врет. Никогда. Два. Один. Он сказал Фоден. Саня даже сам говорит. Не, ну сначала был Фоден. Фоден, конечно. Хорошо, один. Один. Если бы это был Тимур, я бы... А как можно Евсеева не угадать? А Саня никогда не врет. А губы там чьи? А там чужие губы из песни... Ласкают? Да. Это был Баркаля. Если честно, я сам себя не узнал. Ну ты после Булгарята... Неудивительно. Коль, Николай Николаевич, приготовились. Вот попробуй затянуть. Если там ничего нет. Никого не слушай, Коля, подсказки. Коля, один угадаешь, уже ничья. Вот, Баркаля и Евсеев. Евсеев. Мухамадиев. Это вообще без фотошопа. Это Мухамадиев, но Вадик и Одеждин. Николай Баркаля.
Дайте нам 2000, у нас так никто не смеялся. Просто дайте... Я переведу. Дайте 2000. Николай Николаевич, приготовились. Давай, готов ты. Не все из Астрахани не приедут. Даете за минуту 3. Забираете 3000 рублей. Готовы? Никому не подсказывать? Молчим, слушаем, смотрим. Погнали. Николай Николаевич, давай. Так, это... Подожди, подожди. Это же Писяков. Там не обязательно все футболисты Ростова. Глебов. Не надо. Влад, на меня смотри. Кейн, Харри Кейн. Нет? Не надо спрашивать. Нет, да. Ты говори два человека. Милик, Милик. Просто. Мне кажется, Милика столько, сколько... 20 лет не знаю. Да, дальше. Да. Говорите дальше. Да ёпта. Ну, это кто-то из Ахмата, что ли? Да не по майке надо определять. Я вообще не знаю. Ну, кто, а вы что, знаете, что это? Дальше нет. Ну, это, давай, а нам не надо знать, ты должен знать. В сборную, наверное, кого не берете. Так, а тут я это только одного знаю. Это да. Верх – это этот. Кинг-Конг. Второй. Я тебе мешал? Да. Это Дензел Вашингтон и... Такую личную неприязнь испытываю. 5 секунд осталось, Николай Николаевич. Вот это до боли знакомый. Бля, ну просто это... Стоп. Тимур и... Что мне сделать? Вот этого... Хоть кто-нибудь, хоть одного. Хороший, да. Да. Кого? Пожалуйста. Вернее, это... Ну, это кто? Это Максименко и... Либо Ким, либо... Нет, это Сон. Хан Мин Сон. А Сон? Давайте еще. О, верните на Николаевича, который не отгадал. Это Черчесов. И Симак. И Симак. Черчесов и Симак. Да ладно. Опять одного. Опять это. Ну или старый Симак. Или молодой Черчесов. В конце этого сезона. Или Симак, который знал, что такое свиной шашлык. Нет, это просто 10-го чемпионства, это Симак просто. Все, можно меня из квиза вычеркнуть? Вы сами себя вычеркнули из квиза и... 6 тысяч у нас уже. Шестерочка. Сюда. Рома, а я за 4 сейчас? За 4? Я квиза за последние месяцы проиграл. Это тяжело было, я тоже... Сейчас какие-то... Я выиграл шанс отыграться. Да. Я знаю, Рома. Там был Рюдигер, по-моему, и Ван Дейк. Да, Рюдигер, Ван Дейк. Вадим. Ван Дейк с кем был? С Рюдигером. С Рюдигером. Вверх был Рюдигер. Значит, сейчас можно отыграться. А первый был Кейн и Левандовский, кстати. 6 тысяч за правильный ответ. Подожди, так нельзя, мы не согласны. А мы хотим выиграть. А кто спрашивает вообще? Ром, я попытался. Для тебя. Давай. Ребус в футболе. Блин, ёпта. Все молчат. Образность мышления не моя. Так... Ну, это, естественно, фамилия футболиста. Кричащий... Котимост. Котимост? Ну, блин. А это кот или кто-то? Кот. Кот, А и Б. Три буквы. Мост. Возможно. Возможно. Кот опять. Килл Билл? Строфа. Килл Билл? Или... Пять. Ли. Четыре. Ли. Три. Два. Один. Нет вариантов никаких? Давай на шару, что угодно. На шару. Ну, в конце точно Ли, а в начале, блин... Кулибали. Кулибали? Да нет, вряд ли. Может, Мухаммадеев опять? Ли, в конце Ли. Кстати, то, что в конце Ли, это ты единственное, в чем прав. Ровно поэтому я передаю вам, дорогие зрители, возможность угадать, кто это. Пишите в комментариях свой вариант. Автора одного из правильных комментариев мы наградим подарками от нашего партнера. Вадим, для вас 6 тысяч рублей на кону. Вот он, этот ребус. Пожалуйста. А кто это вот слева в квадратике? Бенган, я думаю. Ты можешь не подсказывать? Мало того, что ты запорол, еще подсказываешь. Вот это, кто это такое у дерева? Нормальный человек? Сам запорол, еще подсказывает туда. Айболита, что ли? Нет, это из острова Сокровищ. Ну, можете от обратного пойти, как у Ромы было. Бентанкур. Только это... Не Вадим Евсеев. Какой это не Вадим Евсеев? Как... А мы ж команда! Когда он меня спросил, скажи Бентанкур. Все, Бентанкур. Ну, три отдайте нам. Ну, Николай Николаевич, давайте за полцены.
Трешечку да. накиньте. За полцены? За это как все, что ты делаешь после 12? 3000. Так, со счетом 6-3 мы заканчиваем. Мы не дали сильно оторваться. Возвращаемся. Ты тщеславный, потому что хотел, чтобы это... Дай ему корону на минуту. Это первый ребус, который я угадал. На корону один на минуту. Мы быстренько перескакиваем к следующему матчу. Итак, Лейпциг. В Интере. Астон Вилла Ювентус. Погнали. Владислав. Там вообще не будет гол. Там отнимать. Как не будет гол? Астон Вилла, чтобы вы понимали, 4 подряд просрала. Да. Ювентус не проиграл ни одного матча в сезоне. Брюгге смотрел, как они играли. Астон Вилла. Я тоже думаю. Это кейс Барселоны. Ты говоришь про чемпионат. Они в Лиге Чемпионов проиграли. Это другая история. Им сейчас надо исправлять Лигу Чемпионов. Я вообще не вижу, за счет чего Астон Вилла может выиграть. Ювентус атаки нет. И Милик, и Влахович под вопросом. Милик травмирован. У них, в принципе, некуда. У нас в составе... Давайте на ну-ка, покажите. Ты думаешь, Влахович уже подойдет? Нет, правильно он пишет. Но газета Дела Спорт пишет... У тебя все не прошло. Подожди. Внимание! В защиту смотрим. Защитник. А его не удивило. А он так влился, что я даже читаю Осипенко хулю-лю. Вроде бы, блядь, здесь все нормально. Тогда уже ладно, хер с ним, кто там Влахович. Тогда уже не важно, ВИА там Влахович какая. Уже Осипенко, уже не пропустил. Астон Вилла не забьет. Да. Ну и эти могут не забить. Да? А хотя Осипенко со стандарта. 1-0. Гол Осипенко. Спина. Ну, да, хотя бы удар в створ. По-моему, еще не серьезно. Вот очень разные газеты. Кто-то Влаховича пишет, кто-то нет. Газета де ла Сера ставит ВИА. Ты за эти 3 дня прочитал. Нет, сейчас было, извиняюсь, сейчас была шутка. Ну, кстати, помните, как Вадим Валентинович в начале программы сказал, что пришел на серьезную программу? Да. Это так он один и сидит на ней. А тут Петросян на Петросяне. Не, мне я наоборот с тобой. Петросян на Петросяне. Категорически не согласен. Я думаю, что остановил. Тихо, подождите. Выиграет, остановил. Ну, а 4 подряд сразу. Ювентус ни одной не проиграл пока. Ну, когда-то проиграет. Они проиграли в Лиге Чемпионов. Да, Штутгарт проиграли. И ничью с Лилем последний матч. И слева им там было очень, не, ну, очень может, непросто. Да. Могут, кстати. Не, но потом вы не забывайте, что всегда команды Эмери, они в кубках играют совсем по-другому, чем в чемпионате. Я с Брюгге смотрели? Смотрите. Значит, смотрите, у меня тогда пенальти интересный был. Кэп. Это стабильная команда. Это вот такая вот Махачкала, Брюгге заслуженно выиграл. Все время 11, мы можем знать уже заранее, кто вот придешь, и они выиграл. Трое сидят. Проиграл. У нас все время текучка. У нас все время кадровая текучка. Давай иногда слушать. Вот просто давай. Они свежие, у них глаз не замылен. Приходят гости. Нам часто везет, что они реально попадают. Я тебе больше скажу, когда 2 гостя приходили сразу, Аршавин и Широков, мы вообще выстрелили. Еще раз, это опять же в кубке можно одно. Это кубковая у вас была команда. А на длинную дистанцию тут состав нужен. Согласен. Так что, давайте к Вадиму обратимся. А давайте возьмем сухая победа Астон Виллы. С удовольствием. Там забивать-то некому. Ну, ты говоришь, Ювентус не забьет. Он говорит, Астон Вилла выиграет. Он выиграет какой-нибудь. Да. Значит, Астон Вилла, дайте, пожалуйста. Илдыз забьет. Но там главное, чтобы его Астон Вилла... Нет, кстати, я смотрел... Говорит, Вилла выиграет, как центральный защитник в руки мяч не брал, в твою штрафную. Свои я имел. Где? Его нет. Автогол, да, его Минкса нету, да. Его нет. Вот тогда на ноль сыграет Астон Вилла однозначно. Ну что, только Астон Вилла забьет. За 4.15 у нас. Только Астон Вилла забьет. Да. За 4.15. И 2-0. 2-0. Нормально? Или 1-0? Ну, давай 2. Ну, говори. Мы тебе доверяем, у тебя глаз не замылен. Почему не замылен? Он у тебя за пшиком только баллончиком газовым. Или 2, большая разница. Да, но... Я на 1. 1? Да. Давай 1-0. 1-0. 1-0 и только Астон Вилла забьет. Только Астон Вилла забьет. Мы теперь, да? Да. Мы не будем долго рассуждать. Матч, это просто здесь такое гадалово. И не хочу добавлять слово говноматч, потому что сейчас это голевая серия будет. Но мы возьмем 0-0. Первый раз в нашей вообще практике мы возьмем 0-0 ничью. На 5-й минуте. Но при том, что 0-0 возьмем
возьмем желтые карточки. Вот, знаешь, кто судит? Хельмансану, у которого нет матча Лиги Чемпионов в этом сезоне, но есть квалификация, где он в одном матче показал сразу 6 желтых карточек. Я почему говорю, что... Но это еще не все, Тим. Он в 6 играх Ла Лиги показал 44. Я почему? Я знаю его. Поэтому, наверное, да. Он румын. И они знают об этом тоже, я имею в виду наши коллеги из Фонбет, и ставят 5,5, наверное, 4,5 вверх, 1,73 всего-навсего. Ну, они-то 5,5. Нет, я предлагаю другое. Ювентус получит хотя бы 3 желтые карточки за 2. Давай, да. 3 желтых карточки. Ну, больше 2,5 или как? Да, больше 2,5 желтых карточек Ювентуса. Да. И победа. И победа 0-0. И ваша победа. Торжествующая победа атакующего футбола. 0-0. Единственный защитник Ювентуса, который не получит желтую карточку, естественно, это будет Максим Осипенко. Ну да. Я напоминаю, что 2 миллиона бонусов от нашего партнера получит команда, одна из вас, которая окажется наиболее точной в своих прогнозах. Поэтому вступайте в команду Тимура или Влада. Победитель разделит выигрыш среди своих подписчиков, а также подписывайтесь на нас в Телеграм, Ютуб и ВК. И последний матч на сегодня. Интер-Лейпциг. Вот здесь знаю все. Давай, давай. Ну давай с тебя начнем. Интер в порядке и в чемпионате, и в Лиге Чемпионов. Травмированных Чалхоноглу и даже Лоутаро не будет, мне кажется, играть. Это ты опять его туда засунул? По мне, Лоутаро пропускать будет. Кто будет? Тареми? Да. Наутович? Но даже без Лоутаро и Чалхоноглу они нормально справятся с этим мертвым Лейпцигом, как мне кажется. Поэтому предлагаю, команда. 3-1. Как так? Или даже 3-0. 10 коэффициент. 3-1, 11. Кто же у Лейпцига забивать-то будет? Но на самом деле Интер не пропускает в последних матчах. Они пропустили только от Наполя. Да. Им забить, пропустить. Лейпциг, они... это твой же любимый это нападающий. Шешка. Не, Лейпциг вообще не... Ну, один могут забить, да. Но я... Там хорошая, блин, Бастони, посмотри. Деврей, блин, Интер сейчас вообще очень организован. Ну, а этот будет состав. И они в истории ни разу не играли. Это первая игра. Тебе на Сан-Сиро сейчас... Нет, но выиграет Интер тут без вариантов. Потому что Лейпциг, ну... Ну вот у меня, мне сердце вещует. Набьет Интер им, ну, тоже, давай, я думаю, что трешку набьет. Или 2-0, или 3-1. Вот у меня разница 2 будет. Ну, Лейпциг, он довольно-таки открыт. А если они сейчас пропустят... Что вам сердце подсказывает? Давай 2-0. Давай. Нет, то, что Интер должен и выиграет, это однозначно. Крупно прям так? Счетом. Но учитывая то, что... Николай подсказывал на чемпионате Европы, что Шешка все забьет, вот, и забьет, а он никак не может. Ну, за сборную забил, Шешка, да? И за клуб чуть-чуть пока не получается у него. Да, пока. Поэтому я думаю, на ноль, наверное. На ноль? Интер, да? На ноль? На ноль. 2-0? Не, ну, я 3. Думаю, побольше. 3, да. Давай 3 возьмешь. Ну, они не будут, они забьют 2, и, послушай, 2 и не будут скрываться. Когда пропускают, они раскрываются. Ну-ка дайте Интер назад. Если Лаутаро убрать, то кого? Тареми, да? Тогда? Ну, Тареми понесется. Неплохо тоже понесется. 100%. Блин, ну почему ты вот, Саш, Лаутаро почему-то... Ну, послушай, ну, посчитай, что там нет Лаутаро. Таремист играет или Арнаутович? Какая, что поменяет для тебя это? Тареми и Арнаутович, я думаю, что есть. И Конечно, нет, да, что поменять для тебя? Ну, если Лаутаро, это гол плюс. Нет, Лаутаро, ну нету, допустим, Лаутаро. Гол плюс. Лаутаро нет, гол минус. Понятно будет, когда они будут на поле. Ты меня спросил, я тебе логику говорил. Я понимаю, Николай Николаевич, просто мы сейчас никак это не поймем. У Лейпцига говорят. Ну, выиграть они не могут. Ну, им надо 3 очка брать Интер у Интера здесь. Как они их возьмут? 2-0. У такого Интера. У Лейпцига, если посмотреть на то, как они играют по сезону, так медленно скатываются вниз. Последний матч против Хоффенхайма вообще играли как попало. Они даже когда они очки брали и были высоко, там, на втором месте, все равно играли по уши. В текущей Лиге Чемпионов, извини, Ром, Интер не пропустил еще ни одного, по-моему. Да. Лейпциг немного разбаланил. Он не немецкая команда сейчас, по крайней мере. Много моментов у своих ворот. Много. Они тоже много атакуют, но есть всегда признак хорошей команды. Давай. Это Интер. Когда они играют против такой команды дома, это всегда какая-то очень сухая, простая победа. Интер, как будто ты сыграл против аутсайдера. И я думаю, что у этого матча простой победитель. Даже несмотря на то, что Николай Николаевич рассказывал сейчас про травмированных. Их вообще футболисты, их Интер не используют в Лиге Чемпионов. Помните игру против Young Boys? Они там 1-0 забили в конце спокойно. Ну да, возились. Они играют другим составом пока. Верону загнали в первый
первом тайме 5-0. Ну, да, это в чемпионате. Демарко не играл, Лаутаро не играл. А с Янг Бойсом, ты помнишь, как они возились долго? Долго, да. Состав, забили состав, последнее. Ну, состав, а здесь тоже никто не понимает еще, состав. Еще классный момент есть один, который в этой Лиге чемпионов работает. Интер играет немного не так, как в чемпионате. И добывая результат, например, ну даже пускай в серии А. Сушит игру, да? Да, потому что они в чемпионате пытаются Наполи не упустить. Отдает сопернику, и они в центре следующая поля ничего не, могут, ничего не могут тоже сделать. Тоже непростая. Поэтому ван часто ван, бьют ван, издалека. Ван. Тим, послушай, часто бьют издалека. Я думаю, что... Мы делаем ставку. Мы сейчас... Мы. Делайте. Тимур. Поэтому Тимур. Мы делаем. Да? Поэтому здесь та же логика, что и в матче Челси-Манчестер Юнайтед. Окей, все, мы что удары от ворот нанесет более сильная команда. Чаще удары от ворот нанесет более сильная команда. Я думаю, что это будет Интер, потому что на них сладкий коэффициент 3.40. Давай. 3.40 это под ударом от ворот. Да, и еще 2-0 победы Интера. Где ты их находишь? Вот они лазят, у них команда лазит. А, вот и от ворот выбивает. Мы футбол анализируем. А велосипед кинул с трибуны. Я же наблюдение. Я думаю, что команда велосипед это Интер Милан. Угловой в первые 5 минут за 3-10. Лейпциг очень много допускает чемпионат. Первые 5 минут. Так, подожди, подожди. 3-0. Вообще один угловой в первые 5 минут. 3-0 и удар от ворот больше пройдет Интер. Один угловой начнет тайме? Сразу играть. Интер может даже убежать первые 5 минут. Здесь вообще не понимаю, Влад. Ты сам говори. Я вот счет. По мне 2-0. Значит, угловой в первые 5 минут матча. Угловой в первые 5 минут матча за сколько? За 3-10. Фига, прикольно. За сколько? Я думаю, что команды без разведки сразу понесутся. Это раз. А второй 2-0. Ты думаешь или хочешь? Я думаю, что в первом тайме никто коллеги. Не подаст угловые вообще. А можно спросить, вот если вот... Первый аут есть там, кто будет бросать? Да, следующий аут сразу можно посмотреть. Блин, а что, я не играл, я просто с центра бил бы в аут, и все. И шел в кассу? Так они так и делают. Я не рассказывал истории. Послушай, мы тут когда смотрели сборную России Бруней, там, по-моему, на счет 2-0 победы России был коэффициент 500. И мы хотели после 2-0 звонить Николаю Николаевичу, чтобы он сушил игру. Интер бросит первый аут. 77, Лимон поставил 500. Лейпциг 1,94. Вашим, 500 миллионов. Удивляюсь вашей вот этой пронырливости. Ну, здесь лотерея. Почему? Да. Но это же наш мечты. Футбол не любит таких. У нас коммерции плохо, ничего не получается. Футбол не любит таких коммерческих, как вы. Нет, да? Ну, честно, Лаутаро, это ты Кристиан Роналду скажет. Алло, Лаутаро. Сколько у вас рукопожатий до Лаутаро? Значит, первый угловой в первые 5 минут и 2-0 Интер. Интересный подход. 2-0, отлично. Ну, классика Интера 2-0. 2-0, да, не будут они нестись. Классика Интера. Прежде чем я перейду к рандомным прогнозам, подведем итоги конкурса для вас, дорогие зрители. В прошлом выпуске я вытянул карточку с рандомом. Команда забьет 3 гола подряд. Нужно было назвать матч, в котором это произойдет, и предсказать дополнительные события. Было очень много точных прогнозов, но одним из первых был Кирилл Горбачев, который не только развалил советский городской. Но и угадал Спартак. Который предсказал, что 3 гола подряд будут забиты в матче Манчестер-Сити-Тоттенхэм. Но и угадал, что в матче Спартак-Локомотив обе забьют и тотал больше 2.5. И еще, что Барса забьет в обоих таймах. Очевидно, он ставил на 3 гола подряд. Кстати, Николаевич, напомните, пожалуйста, нашим зрителям, что они все эти прогнозы делали только на Ютубе. Что да. В телегу не надо писать прогнозы. Приходить вообще. Приходить к нам домой не надо с распечатками. Да. Только здесь, вот тут в комментариях заходите и пишите, какой матч. Но сейчас для вас, дорогие команды, ваш любимый рандом, который, я напоминаю, умножается на 2. Вот так перетасую немножко, так как Тимур давал первый. Радим, тебе в день рождения. Да, давай. Выбирай. Я обычно, тени. Когда сам тащу, выигрываю. Давай. И читай. Обычно. Будет автогол. Обычно. В каком из матчей будет автогол? Дармовая. Блин, Осипенко. Осипенко в Бирмингеме как даст. А что, да, может. Я думаю, на самом деле, Бавария ПСЖ очень возможно. Да, я думаю, что этот Лейпциг забьет свои ворота. А помните, Ливерпуль, по-моему, играл с Реалом, и они забили в свои ворота оба. Или там вратарь что-то наварил. Ну, что-то было. Ливерпуль-Реал. Да. Ливерпуль-Реал, автогол будет в этом матче. В финале Лиги Чемпионов Кариус выронил мяч, помнишь? Да. Тимур, там что у тебя, читай. В матче будет и пенальти, и удаление. О!
Я думаю, что что-то типа Ростов-Спартак. Опять Осипенко. Нет, ну тут уж... Вот Ростов-Спартак. Какой-то Ромен опять. Ростов... Давай Ростов-Спартак. Пенальти, удаление в этих матчах постоянно. А что, почему не случится? Да это кубок, блин, ну который да не то, что никому не нужен. Зима, все заебались есть. Играть в футбол. Да в Ростове плюс 20. А, ладно. Плюс 20, все заебались. Ты все в Нижнем еще, по-моему, находишься. Не, Париж психовать вряд ли будет. У них еще будут шансы. Спортинг Арсенал. Нет, ну, там не такой будет футбол. Не давай Ростов-Спартак. Не как Бавария давай ПСЖ. Ростов-Спартак, Ростов-Спартак. Ну давай, пожалуйста. Ну хорошо, Ростов-Спартак. Ростов-Спартак и не могу вам отказать. И пенальти, и удаление. И пенальти, и удаление. Удаление. Там 10 коэффициентов. Хорошо. А да? Теперь, дорогие зрители... Автогол сколько? Автогол не знаю, там еще нет пока. А пенальти ударение можно... Извини. Ничего-ничего. Дорогие зрители, специально для вас я вытягиваю карточку с вашим прогнозом. Видеопросмотр в первом тайме. Вам нужно указать, какой из этих шести матчей подходит под этот прогноз и написать как минимум еще один прогноз либо на этот матч, либо на любой из представленных. Вот он, список матчей. Вадим, спасибо, что пришел. Береги себя. Поедешь в Астрахань, захвати рыбки. Весной поедешь. А есть еще матч-то? Друзья мои, увидимся с вами уже в этот четверг, где мы будем разбирать предстоящие... В пятницу, в пятницу увидимся. И, возможно, Владислав, ты приблизишься к этой короне не только здесь, но и в нашей схватке. Костя, есть какой-то напоследок совет мне? У меня сегодня матч Шинник-Акрон. Есть какое-то вот напутствие? Прозак. Насчитай количество зрителей. А опять из студии будете комментировать? Что значит опять? Конечно. Или Ярослав. Ты не поедешь в Ярославль. Конечно. Ну, это же надо заказывать аппаратно. Это вот... Просто Евсея нравится, но вы... Скорую помощь имеется в виду аппаратную. Нет, я просто там работаю. Богата неделя на футбол, фонбет Кубок России, Лига чемпионов. И все это, как всегда, под соусом на канале «Это футбол, брат». Можно посмотреть, полюбоваться. Подписывайтесь, спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И наслаждайтесь заставкой в самом начале нашей программы. Пока, увидимся на следующей неделе. Спасибо. Это футбол, брат! Это не просто игра, это футбол, брат! Кстати, поле будет хорошее. Хорошее? Да. Помчался. Куда ты несешься, мышь? Я уже сил, у меня сил уже нет вообще. Это футбол, брат.